Сегодня я занимаюсь закрутками. Надкрутила компотов. Это у меня черноплодка с яблоком. Это у меня желтая слива, ну или алыча. Вот тут я попробовала, сделала. У меня немножко черноплодки осталось и немножко сливы. Я сделала одну баночку попробовать. Интересно, вкусно будет или нет. В общем, 10 банок компота закрутила разного. Сейчас буду делать лечо из кабачков. Тоже хотим первый раз сделать, попробовать. Понравится, не понравится. Вот все, пусть остывает. Вот тут у меня тоже склад банок, заготовок. Тут вот у нас лук лежит на переработку, который сразу. Тут у меня зреют помидоры разные. Вот. Тут у меня кабачки с патиссонами. Вот. Слива вчерашняя собранная, часть закрытала. Сейчас сделаю, может быть, пастилу. Там женщина написала точно, я же хотела пастилу сделать. Сделаю, наверное, пастилу часть. Сейчас еще, может, компотиков сделаю. У меня тут несколько баночек осталось. Вот, так что закрутки идут полным ходом. А вот тут на окне, смотрите, какое разнообразие помидор. И дамские пальчики. И не помню, как называется. Белый. Это белый принц или что-то такое. Это вот, мне кажется, сызранские. Тут вот такие вот еще есть. В общем, короче, какие хочешь, на любой вкус. Все перерабатываем. Кушаем, конечно, и так салаты каждый день, пока все свежее. Потому что огурцы у нас уже закончились. Вот помидоры остались. Считай, последние, все. Потом уже не будет. Тут вот у меня кипит лечо. Что у меня лечо? Я решила, какое попробовать сделать. Кабачки, помидоры и перец. Перец болгарский сладкий режем соломкой. Кабачки режем кубиками. Помидоры перемалываем на мясорубке или на блендере. Кому как удобно. Добавляем масло растительное, уксус столовый, сахар, соль. 15 минут после закипания выключаем и закатываем в стерилизованные банки. Результат покажу, как получилось и насколько получилось. И рецепт тоже очень простой. Напишу под видео, кому будет интересно. Ну вот, из этого объема получилось у меня 7 пол-литровых баночек. Вот такое сатэ. Поставлю под теплое одеяло и пусть оно остывает. Делайте, мне кажется, вкусно. Мы, правда, первый раз тоже делаем. Посмотрели, подсмотрели в интернете этот рецепт. Но я думаю, что это будет тоже вкусно. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Села немножко чай попить, согреться. На улицах холодно очень сегодня. Я сегодня приехала одна поделать дела с огородом. Убрала там на улице грядку с огурцами, с парника тоже убрала помидоры. В общем, поубирала все с улицы. У нас обещают сегодня заморозок минус 2. Не знаю, правда или неправда, но что-то мне не верится. Мне кажется, градусов 5-6. В общем, разные прогнозы, но по Ярославлю объявили, что будут заморозки. Поэтому я приехала сегодня одна, быстренько поубирать. Тут в теплицах все останется. Вот, а так, в общем-то, все я убрала. Хочу сделать несколько объявлений. Первое объявление. Планирую сделать стрим. Давно я этого не делала. То есть поотвечать на ваши вопросы, потому что вопросов возникает много. И подвести итоги этого лета. Скорее всего, это будет либо пятница вечера, либо суббота. Вот сейчас я думаю, как лучше сделать. Напишите, кстати, вот планирую где-то в часов 6. В пятницу или в субботу, кому как удобно будет. Чем больше будет отзывов и комментариев под этим видео, ну, если будет больше в пятницу желающих, то будем делать в пятницу. Если будет желающих в субботу больше, то сделаем в субботу вечером. Это первое. Вечерний стрим, короче. Поотвечаю на ваши вопросы, пообщаемся. Мы давно не общались с вами, поэтому сделаю вот такое мероприятие. Второе. Я знаю, что многие хотели бы иметь участок. Так вот, в нашем садоводстве есть свободные участки.
Их немного, но они есть. То есть есть такие, которые продает само садоводство, то есть это уже давно участки не обрабатываются, там, конечно, заросли, но при желании можно сделать все. То есть, в принципе, скосить траву, что-то повыкорчевывать, это все делает трактор, то есть не такое сложное. Стоимость участков 15 соток, 20 тысяч рублей. Почему так дешево? Потому что мы продаем по членской книжке. Вы при желании, когда вступите, ну, если купите участок у нас, вступите в члены кооператива нашего, вы сможете уже потом сами оформить этот участок в собственность. Соответственно, поэтому цены такие. То есть он не в собственности, он не оформлен в регистрационной палате и так далее и тому подобное. То есть они просто являются собственностью садоводства. Есть участки еще, которые подороже, то есть продают сами хозяева. Понятно, что там уже цена другая. Вот, есть участки, которые даже с фундаментами, допустим, со светом, с домиками, с какими-то. Цена разная. От 70 тысяч за участок, за 15 соток и выше. То есть... У кого есть желание приобрести у нас участки, потому что у нас очень хорошо, ну вы знаете, то есть садоводство большое, дружное, спокойное. Тут у нас нету ни воров, потому что ворота закрываются. У нас тут есть свет, что немаловажно. У нас хорошие дороги. Дороги эти ремонтируем каждый год. Плюс зимой они чистятся. То есть, может быть, со временем кто-то на постоянку тут будет жить. У нас есть много людей, которые приехали с Московской области, с Москвы и приобрели у нас участки. И теперь вот и построились, и даже живут. Поэтому все вопросы вы можете задавать в комментариях под видео. Либо я, наверное, не буду на каждый комментарий отвечать, я просто соберу все комментарии и отвечу вам на стриме, либо в отдельном видео, которое будет сделано. Вот, поэтому, если есть желание приобрести участки, кто находится совсем недалеко, кто хочет, может быть, переехать со временем в нашу область, потому что есть такие, допустим, с севера, да, к примеру, или хотят с севера приобрести тут у нас участок, потому что вот у меня приезжали из Архангельской области люди, смотрели, хотят приобрести тут что-то. То есть тут очень хорошие места, тут Волга. Ну, я стараюсь показывать красоты нашего города, показывать красоты нашей природы. То есть, пожалуйста, пишите мне. Все контакты есть под каждым видео. То есть, есть и почта, есть моя страница ВКонтакте, моя страница в Телеграм-канале. То есть, пожалуйста, можете писать туда. Постараюсь по возможности ответить всем. Индивидуально, если вот конкретно вот кто-то заинтересуется. Если вы приедете смотреть участки, я обязательно вам все покажу. Так как я являюсь председателем садоводства, я вам все расскажу, покажу, посмотрите все участки, выберите самые, какие вам очень понравятся, то есть, пожалуйста, и приобретете за такую вот бросовую цену, потому что таких цен вообще нигде вот и нету. Вот такие два объявления я сегодня хочу сделать. Первое, еще раз напоминаю, это вечерний стрим, который состоится в пятницу, либо в субботу в 6 вечера. Все зависит от вас, в какой день будет. И второе, это по поводу продажи участков в садоводстве. Задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. И приезжайте к нам в садоводство. У нас очень хорошо. А на сегодня всем пока, всем до свидания, удачи, здоровья, до свидания.